Ребят, да как снять задний плафон? У нас 166 кузов, ЖЛЕ, 2017 год. Ну, там 16, 17, неважно. Вот у нас передний плафон, мы видим. И вот стоит задний. К примеру, вам надо поменять лампочку. Так, говорю сразу, смотрите. Это у нас заднее стекло, то есть я снимаю, получается, сидя сзади, я снимаю вот так. Это очень важно. Почему? Смотрите, плафон вот здесь имеет такие две, ну, таких две типа направляйки, и они заходят глубоко под обивку потолка, глубоко. То есть вот так вот нельзя его снять, нельзя. Надо начинать сзади. Вот идет индикация патроника, то есть вам надо только через зад снимать, зад отгибать, потом его вниз и туда. На себя нельзя. Тут поломаете или потолок поломаете, или поломаете кромку плафона. Сейчас я покажу, как оно все работает. Так, включаем фонарик. Вот так лучше будет. Смотрите, я беру отверточку, но можно кредитную карту. Ну, кому как лучше. И надо аккуратненько. Вот так вот я ногтиками плафон приспускаю чуть-чуть. Покажу сейчас. О, вот смотрите, у вас щель. Вот щель, вот щель. И я засовываю или кредитную карточку, или отверточку. Получается, вот точка раз, два, ну, получается по диагонали. То есть не вот так, а чуть-чуть вот так. И там есть две собачки. Сейчас покажу. Вот я беру руками раз. Снимать и плохо получается. Так. Сейчас, вот раз. Оп, есть. Вот, усик один. Сейчас такой самый второй. Я сейчас сниму и покажу, как, что там получается. Так, вот второй усик. Сейчас я даже так его нажму. Раз. О, есть. Все, снял. Сейчас покажу, сейчас вы все поймете. Вот. Вот задняя часть. А в передке, вот видите, вот идет такие две направляющие, а две направляющие заходят глубоко под это самое, под обшивку, очень глубоко. То есть ни в коем случае не снимать через пилот, поломается очень легко. А эту просто вы берете, вот так вот отверточка, я вставляю и нажимаю, и он падает. Слева и справа, две защелки. Вставили отвертку, раз, нажали и вниз. Все легко, там ничего поломать нельзя. Оставится он, вот так вот заводим. Получается, вы его завели в направляющий, вот, вот две направляющих. Заводим. Аккуратненько выравниваем. И вот так делаем. Все, стоит. Резюме. Через перед нельзя, ломается. Через зад аккуратненько вот тут делаем. Ближе, вот, делаем зазор, вот, и потом вот сюда вот вставляем отвертку или кредитную карточку. Его снимается раз вниз, а потом от себя в сторону заднего стекла. Вот так. Через перед нельзя. Все, ребят, пока-пока.